точками спеть песню о советниках. Немножко о них вот забывается так, а все-таки быть советником это что значит? Конечно, не разные были, но как-то лучше жить и воевать, когда вокруг свои советские люди, да? А они были там среди чужих. И потом, когда вот начались эти декабрьские события 79 года, то есть, ну, началась война, и тогда прошел приказ, чтобы советников нейтрализовать, ну, фактически убивать. И тогда успели там несколько десятков человек убить. А один из моих друзей, Виктор Дмитриевич Жуков, да, он был советник в афганском полку, и вот его тоже, ему успели подсказать, кто говорит, хорошо настроен к афганцам, что начали какой-то непонятный приказ. Но он взял лимонку, снял чеку, значит, и с командиром полка вот больше часа вел переговоры с гранатой в руке. И хотя никто воевает, знаешь, из кабана не очень такая тугая, но вот если час мы так держали, он говорит, рука не осталась совершенно белая. Ну вот, и у этого Жукова были многие еще эпизоды, и потом, уже после афганских событий, мы его провожали к новому месту службы в Ленинград, и я написал песню.